Чтобы остановить поезд, нужно время, чтобы остановить жизнь одно мгновение. Огромный билборд на железнодорожном переезде в Новосемейкино видно издалека, но нерадивых автомобилистов он не пугает. В 2021 году здесь уже произошло ДТП, которое по счастливой случайности не закончилось трагедией. Водитель «Газели» грубо нарушил правила, и машина попала под поезд. Чтобы минимизировать количество аварий на опасных участках, сотрудники ГИБДД и железнодорожники регулярно выходят в рейды. Предупреждаем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на данных участках автодороги, потому что ДТП с железнодорожными составами имеет, как правило, тяжкие последствия. Сегодня полицейские и железнодорожники провели с автомобилистами профилактические беседы. Им еще раз напомнили о том, что переезд является зоной повышенной опасности. Мы вручаем памятки, которые будут напоминать водителям о правилах дорожного движения, что нужно соблюдать. Вот такие вот подарочки, блокнотики. Водители, которые в этот день общались с полицейскими, правилами дорожного движения не пренебрегают. Они уверены, за спешку на переезде можно заплатить слишком большую цену. Это опасно. Я же железнодорожник старый, знаю, что такое. Другим водителям что порекомендуете? Потому что все-таки это очень опасные участки дороги. Берегите жизнь! Совместные профилактические рейды полицейских и железнодорожников в Самаре пройдут и на следующей неделе. Главный совет, который организаторы акции дают водителям – не спешить. Ведь сэкономив одну минуту, можно сделать несчастными сотни людей. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.